Это вы, Оскар? Да, да, это я. Хорошо. А, здравствуйте, здравствуйте. Ну, что у вас случилось? Да вот проблема вот с этим. Присаживайтесь. Вот целый день сегодня мучаюсь вот с этим. Все утро ждал вас, не мог ничего сделать. Да, вы понимаете, все утро бегал, помогал другим. Жаль, что работа стояла. А что у вас не работает? Да вот это, лежит и все. А открывать пробовали? Открывать? Ну, конечно, пробовал. Было бы дело только в этом, я не стал бы звать поддержку. Ну да, да, конечно. Давайте посмотрим. Вот берем, нажимаем сюда и делаем вот так. Вот теперь можно работать. Ну, до этого и я додумался. Так, а дальше? И все? На этом все остановилось? Я побоялся, что текст сейчас исчезнет и не смог дальше работать. Ага, все понятно. Понимаете, в этом документе несколько сотен страниц сохраненного текста. Чтобы читать дальше, вам нужно листать постранично. Нажимаете вот сюда и листаете вниз. Видите, текст здесь продолжается. Значит, я листаю? Так получается? Точно. Но как мне теперь попасть обратно? Тогда вы листаете назад. Вот так. И весь ваш текст, вот он. То есть я нажимаю вот сюда, листаю, и текст продолжается здесь. Вот это да. А когда я закончил, хочу закончить работу, тогда что? Тогда вы закрываете документ, вот так. Вот вы закрыли, и весь ваш текст остался там. Но вы уверены в том, что мой текст там не пропал? Конечно, конечно, весь ваш текст по-прежнему там, и с ним ничего не случится. Понятно. Я раньше пользовался другой версией. С ним было, конечно, неудобно, зато привычно. Теперь вот не могу переучиться. Все ясно. Спасибо. Ну что, все в порядке? До свидания. Нет, минуточку. Прежде чем вы опять уйдете, давайте еще раз. Я открываю документ, вот так, и, как вы сказали, листайте. Да, и листаю. Листаю вперед и назад. И весь текст у меня остается здесь. А когда я закончил, я просто закрываю его. Отлично. Отлично, я все понял. Стойте, стойте, вот опять, смотрите. Вот оно то же самое. Смотрите, не открывается. Не открывается, опять не открывается. Секундочку. Смотрите. Вы заходите не оттуда. Вот в чем дело. Да, вот смотрите, вот так. Вот теперь документ открыт, можете работать. Вот оно что. А вы инструкцию к нему читали? Инструкцию? Ну да, инструкцию. Ко всем новым версиям прилагается инструкция, вот. Ах это, ну да, я пытался, но видите, та же проблема. Не открывается она, не открывается. Да, нужно думать об обучении.